Чтобы повторить афишу любимого фильма, нужно всего лишь проявить смекалку. Черная зубная паста и черная зубная щетка. Они идеально смотрятся вместе. Выжимаем пасту на щетку и выбираем правильный ракурс. Готово. Спорим, чужой никогда не чистил зубы. Что происходит? Ребята, прекратите! Ауч, моя голова! А это идея! Подбрось еще шариков, Холли! Фото в бассейне – это вчерашний день. Фото в бассейне с шариками – это новый тренд. Весело и ярко. Холли, посмотри, ты отлично получилась. Отлично? Издеваешься? Нет, срочно переделай. Окей, мне нужна мусорная корзина. Я не полезу в мусорку, это еще хуже. Да нет же, это для фотоэффекта. Окей. Что скажешь теперь? Вау, это мне нравится. Молодец, Колин. Хочешь еще один крутой лайфхак? Запасись светодиодной лентой. Выкладываем ее на полу. Мешок синтепона, пожалуйста. Какой он мягкий. Выкладываем синтепоновое облако поверх ленты. Эй, Марк, сделай парочку классных фото. Словно я лежу в нежных облаках. Да, хорошо. Тебе идут облака, Молли. Смотри, что получилось. Вау, как красиво. Да я просто заоблачный гений. Марк, сделаешь мне классное фото? Не вопрос. Расслабься, смотри в камеру. Идеальный ракурс. Покажи. О, нет, что это? Целая галерея неудачных снимков. У тебя редкий антиталант, Марк. Так испортить все кадры может не каждый. У меня есть идея. Это будет классный фотосет. Стулья поставим сюда. Нужно еще два. Сверху ставим аквариум. И наполняем его водой. Я подсвечу Эллиота фонариком. Взболтаем воду. Отличная идея, Эл. Какой фильтр выбрать? Надоело? Надоело? Надоело. Сложный выбор. О, есть идея. Колин, сними видео, приятель. Свайп. Свайп. Свайп еще разочек. Отлично, спасибо. Я использую все фильтры сразу. Свайп тайм. День без селфи – это напрасный день. Но сегодня мне все не нравится. Точно. Нужно добавить одну деталь. В белый пластиковый пакет кладем включенный фонарик. Мой софтбокс из подручных средств готов. Мягкий свет для крутых селфи обеспечен. Вот так намного лучше. Мне нравится. Хочешь интересный эффект перевернутых глаз? Стакан с водой поможет. Используй водный фильтр. И лайки не заставят себя ждать. Хочешь фото из космоса? Я лучше пойду, ребята. Сидеть? Для этого не надо звонить Илону Маску. Достаточно просто надеть на голову аквариум. Космический фон на телевизоре и флуоресцентная лампа в руках у Молли. Скажи, Марс! Отлично, Эллиот. Ты прирожденный космонавт. Вау, космос ближе, чем кажется. Даже черная дыра лайкнет такую фотку. Зачем Марк все делает задом наперед? Может, он опять стукнулся головой о штатив? Нет, это Эллиот снимает видеохак. Добавляем реверс-эффект, и кажется, что Марк повелевает вещами и предметами.
Они так и слетаются к нему в руки. Селфи в колледже выходят такими же серыми, как уроки. Нужно что-то придумать. Добавим цветной фильтр из линейки. Вот так намного лучше. А теперь оранжевый. Так вот для чего были придуманы разноцветные линейки. Чтобы я мог делать яркие селфи. Мой вкусненький десерт. О нет, чуть не забыла. Первое правило блогера – сначала фото, потом пища. Нет, все выходит ужасно. А что если... Точно. Включаем на экране ноутбука красивый тропический фон. Вау! Это пирожное путешествовало больше, чем я. Групповое селфи. Ну вот, наши мордашки не влезают в кадр. Что же делать? Есть идея. Подержи-ка зеркало. Ты будешь моим фотоассистентом. Хоть фотограф и вышел из кадра, но все равно я с вами. Смотрите, теперь мы все поместились. Классная идея, Марк, молодец. Есть один простой фотохак. Канцелярскую резинку натягиваем на предплечье. Вставляем под нее телефон с включенным фонариком и выключаем свет. О, мамочки, какой загадочный силуэт. Это наша Молли? Или девушка Джеймса Бонда? Мне очень нравится эта фотка. Что у меня есть? Зеркало, цветы и фантазия. Кладем зеркало на газон и обкладываем его цветами. Получилась цветущая рама для моего портрета. И еще одна летняя фотка. О, да! Марк, смотри, что у меня есть. Вау, новая игра. Мы будем играть. Нет, мы будем делать фото. Готов? Включаю камеру и подставляю диск перед объективом. Позируй, Марк. В кадре получается уникальный эффект призмы. Здорово, мне нравится. Мне срочно нужна красивая фотка. И поможет мне в этом туалетная бумага. Вынимаем картонную втулку, помещаем ее на стопку книг и ставим телефон с включенным фонариком, который светит прямо сквозь втулку. Потом продам эти фото папарацци. Стой вот так, отлично. Теперь поменяй позу в зеркале. Марк включил режим панорамной съемки. И теперь кажется, будто отражение Эллиота живет своей жизнью. Как тебе такой фотоэффект? Обычное селфи не для меня. Я беру мою главную помощницу, втулку из рулона туалетной бумаги, и делаю из нее объектив трубой. Что-то не выходит. Эта подзорная труба сломалась. Нужна помощь, Молли. Дешевая втулка? У меня есть кое-что получше. Сейчас он был где-то здесь. Минутку, я его достану. Богатство застряло. Вот он, держи. Твой дорогой телефон? И в чем разница? Точно. К нему идет профессиональный объективчик. Надевай и пользуйся. Вау, все продумано. Удобно крепим объектив на камеру и делаем фото. Вау! Селфи словно через дверной глазок. И подглядываю сама за собой. Марк, держи. Цветы мне. Как это мило. Это не тебе, это для фото. Давай, работай. Если подставить цветок близко к камере, а Молли далеко, получится эффект, будто Молли повисла на большом тюльпане. Прыгай выше, Молли, и держись изо всех сил. Получилось? О, да. Посмотри. Вау! Цветок держит меня, как настоящую фею.
Из тебя получился хороший фотограф-садовод, Марк.